Дорама нам рассказывает о парнях-русалах. Так как мы знаем, если любовь русалки не взаимная, то они превращаются в морскую пену. Поэтому у них всего лишь одна попытка, отчего они не сильно спешат жениться. Но и у земноводных полурыбёх тоже есть старшее поколение, которое добровольно-принудительно пытается их женить. Все как у людей, так как наследники сами себя не сделают. Хоть наш бедолага и бегал от девушек, но его все равно постигло несчастье в море, когда она случайно туда упала. Назовем ее Ариэль. Упала и увидела пацана в море, и сразу же присосалась к бедолаге, и забрала его жемчужинку, которую он должен был беречь для той самой единственной. В скором времени он нашел, где она живет, и пришел к ней. Объяснил, что к чему, и теперь думает, как ее вернуть. Хотя все способы пробовали, но ничего не получается. И даже через поцелуй. Так как он ничего гениального не придумал, решил поселиться у нее дома. И все его братья тоже решили, что небезопасно лишать их наедине, то лучше им всем жить вместе. А то, что девушка почти замужем, так это нормально. Хотя женишок тоже с гнильцой попался. Оказывается, он любит в ней только ее хату, на которой у него планы после женитьбы.